На улицах Уфы обновят дорожную разметку. На эти цели из республиканского бюджета выделят 100 миллионов рублей. Столько же добавит городская казна. Вопросы качества и повышения безопасности на дорогах обсудили на транспортном часе в правительстве. Глава Минтранса Александр Клебанов сообщил, что планируется ремонт 50 километров трассы Сибай-Акьяр в Баймакском и Хайбулинском районах. В этом году приведут в порядок участок протяженностью 24 километра. Завершат работы в следующем году. Индивидуально подойдут к особо опасным участкам трасс, где происходит наибольшее число ДТП. В частности, на трассе Нефтекамск-Дюртюли установят дополнительные знаки, светофоры, камеры и увеличат дежурных экипажей ГИБДД. Также решено закупить 20 туристических автобусов до 1 июня. В прошлом году «Башавтотранс» уже пополнил парк первыми машинами такого класса.